Всем доброе утро, ребят. Чё, проснулся, голос посадил. Провтыкал я вчера пройти битву гильдий на русском сервере. Что-то подзабиваю на русский сервер, реально. Хотя в прошлый раз вроде успел этот. Закрутился, не получилось. Утренний обзорчик. Как обычно, сейчас посмотрим, что у нас интересного есть. Что нового может есть. Бинго, алхимик, сундуки. Ну, это все стандартные акции. Хрусталка. О, хрусталка уже. Нифига себе. Посмотрите на большой пак. Офигеть. Ну, тоже 100 осколков лисички, а тут опять целая лиса. Ну, блин, какой-то немножко бредняк, как по мне. Уберите, добавьте какие-то скины сюда, ну не знаю. Так, Thunder's Gift. Ну, уже третий, если я не ошибаюсь. Третий раз. Правда, здесь вот акции не меняют. Меняете уже такие награды, только меняйте, как на немке, там здесь награды. Но реально, бредняк. Как по мне, тоже чуть-чуть они ленятся, не дорабатывают. Так, поехали смотреть, что у нас по рынку сегодня. Два талантика, ну, такое себе. Чарка, 50 уже коробок продают. Конечно, что-то они жестко начали продавать итемы. Лиса, Мэри. Бард. Вот такие все расходники. О, вот это нормальный пак. Пойдет на крас роза за пятерку. Так, это за соточку. Блин, вот коса что-то очень дорого стоит, не знаю, 50 баксов нереально дорого они за нее просят, не знаю, с чем это связано. Может, посмотрели мой обзорчик, насколько она мега имбовая за пределе, и решили добавить в цене ей, не знаю, ну что-то такое, чтобы мега-мегавау сегодня на английском сервере ничего интересного нет. Поехали на немочку. На немочке вчера был найм за редкие камни, я попробовал, ну, к сожалению, как обычно, нифига не вытащил. Ну, я и не расстроился, в принципе, для бездоната там любые плюхи в кайф. Такс. Что у нас интересного сегодня здесь есть? За найм питомцев топовые плюшки. Остальное такое расходнички. Пардик. Один плюс один, вижу, да? 10% поставили. Ну и, конечно же, топовые акции. Я не знаю, почему так, почему на немке не так, как на всех остальных серваках. Зуберпульвер. Это, наверное, 10 пальцев мы получили. Уже немножко изучил немецкий. Вот вообще сегодня ничего нету тоже. Что-то понедельник. Да. Понедельник какой-то скудненький. Остров как раз закончился, получается. Это посреди недели начнется новый. И раньше. А то и в конце. Так, тут у нас накопление со смену талантов. Собрать зефира. Так, что еще интересное есть? Такое себе. Ничего нового, магазинка. Магазинка такая же, как на английском, что ли? Да, походу. Один в один. Короче, немецкая магазинка мне больше всего нравится. Но эти акции не меняют. Тут самая печаль, то, что куча акций, но они, по сути, не меняют ни призы, ни плюхи вообще. Так, это мы с острова нахватали. Поехали еще глянем.
Еще разок чекнем португальский сервер. Где реально давали за пирата, будем периодически заходить, смотреть. За пирата можно было вытащить. Целую мэри это показало реально круто. Хоть что-то сделали для бездоната. Буду музыку не отключил. Вот она, мэри. Так я не переходил с его аккаунта. 3000. Ну тут такие себе плюхи. Глянем, что тут за... Ого, вот это магазиночка. Смотрите, сумочки все питомцы, какие тебе надо. Реально плюс. Карты. Скины, блин. То, чего мне не хватает. Обалденно. На втором расходнике тоже классные. Продают вот. У нас не продают этого. Это реально печаль. Я не могу докачать питомцев, потому что тупо нету расходника. Я гляну по акциям, может где-то пропустил. Ну офигеть, вот как на русском. А здесь как на русском, по-моему, Барт и Мэри возможность собрать вообще за минималку. Реально классно. Круто. Не знаю, сейчас гляну, что тут по акциям. Короче, остальные акции. О, тут вообще ничего нету сегодня. Что-то печальный день. Не понял. А, это, наверное, за найм питомцев. Помните, еще когда-то давным-давно были возвраты. За найм питомцев. Вот оно старое еще, где самоцветы дают. Вот это реально круто. Считайте, вам 17 тысяч вернут. Вы потратите 7 тысяч, но получите еще дополнительно плюхи. Плюс пооткрываете питомца. Вот это реально когда-то было очень круто. И здесь оно осталось. Я себе. Классная тема. Так, хорошо, поехали на русский сервер. Понедельник сегодня, день тяжелый. Посмотрим, что на русском. И пойдем проверим нашу угадайку. Карты, подарки, алхимик, заработай на героях, собери картинку. Короче, на русском я понял, что тоже сегодня печаль. Так, сир. Лис. 100 штук. Ну, такое себе. В общем, ничего такого интересного нету. Поехали делать за 450. С единственным видосик открою. Так, есть, поехали сюда, открываем видосик. Так, оборотень, наемный убийца и эктоплазм. Так, оборотень, шаман, синие слизни. Рядом. Наемный убийца, рыцарь. Очень рядом. Наемный убийца, оборотень. Только не рыцарь. Эктоплазм тоже рядом.
Оборотень в людях, осенний слизь рядом, оборотень панда, синий слизь тоже рядом. Оборотень синий слизь палач тоже рядом. Оборотень синий слизень кристаллический. Ну, кристаллический эктоплазм это, по-моему, если я не ошибаюсь, это и синий слизь. Наемный убийца. Так, дальше. Оборотень, наемный убийца, синий слизень. Есть? Наемный убийца, синяя слизнь, оборотень. Да, красавчик, угадал. Игорь. Ну, а как с тобой связаться, вот, реально? Я проверим, или выполнил условия. Нифига нету. Просто нету нифига. Ну, как можно просрать, ну, вот. Не знаю. Не знаю, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Это просто писец. Все скрыто. Сейчас ради интереса. Это где мои условия были. Даже уже не помню, надо будет глянуть. Даже связи не оставил, но я уже не знаю, что вам говорить, как вам говорить, как показывать. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте на следующую неделю, не знаю, сейчас буду. Буду что-то думать, делать, либо превьюшку какую-то делать, но это писец полный. Сколько я не объясняю, все равно не понимают. Ну, пишите комменты, посмотрите, как другие. Жесть, короче. Все, всем удачи, всем пока.